Привет, друзья! С вами я, Рита Суслова, и вы на моем канале. Съездила я, покрасила волосы. Вот так вот теперь они выглядят. Блондинка, они живые, шелковистые, и я очень довольна. Может быть, в следующий раз подстригу покороче. Как вы считаете? Стоит покороче сделать или нет? Вот. Теперь уже стоит эта услуга 1000 рублей. Но я считаю, что все равно нормально. Сейчас мы поедем за продуктами. Кончились продукты дома все. И я сделаю вам обзор цен. Интересный большой магазин. Мне его порекомендовал мой сын. Раньше я там никогда не была. И сейчас еду туда уже третий раз. Хочу вам показать. Самое удивительное то, что там есть такие продукты, которых нет нигде. И цены там очень хорошие. И мало народу. И огромный выбор товара. Вот, поедем, покажу вам. Какие у нас новости? В Сережиной квартире заканчивается ремонт. Что осталось сделать? В понедельник приедут, пристрелят натяжные потолки. Во вторник установят межкомнатные двери. И я сниму вам и покажу, что у нас получилось. Сразу могу сказать, что мне очень понравилась ванная комната. Просто отлично. Очень понравилась кухня. И вот эта Эйфелева башня. Все очень хорошо. Хорошо сочетается с обоями. Вот, что еще? Не очень мне понравился коридор, обои в коридоре. Обои в коридоре неудачные. Хотелось сделать вообще все белое, все светлое. Но почему взяли в коридоре обои не светлые? Потому что там будет жить наш ротвейлер. И непрактично, имея большую собаку, иметь белые обои в коридоре. Еще не поняла. Понятное дело, что когда установят двери и потолки, будет уже совсем другой вид. Скоро сами все увидите. Слушайте, в комментариях очень много пишут по поводу переезда. Вот, что, мол, вот, надо было сперва пожить какое-то время, прежде чем покупать дом. Вот вы такую ошибку сделали, что переехали в Краснодарский край. Вот, что я думаю насчет этого всего. Во-первых, мы никакой ошибки, переехав в Краснодарский край, не делали. Мы прекрасно там пожили, прекрасно провели время, дети наши оздоровились, я сама оздоровилась, и ничуть не жалеем, что мы переехали в Краснодарский край. И сейчас вернулись в Санкт-Петербург, и мне все это очень нравится. А дальше что пишут? Вот, зачем вы купили дом, вам надо было поснимать. Вам надо было поснимать, пожить, потом бы поняли, что к чему, и уже тогда бы вы уехали, и уже тогда бы переехали. Я скажу так, я очень правильно сделала, что именно купила дом, а не снимала. Если бы я снимала, у меня бы уходили деньги. Просто так, на ветер, каждый месяц. Крупная сумма. А я купила дом, я купила очень хороший дом по очень выгодной цене. И я умею торговаться, и цена была действительно замечательная. И продала его дом тоже по очень выгодной цене уже для меня. Поэтому я сделала абсолютно правильно, что именно купила дом. И уверена, что новая хозяйка дома, моя подписчица, если захочет, она сможет его тоже выгодно продать. Потому что цены в Белореченске растут. С некоторых пор туда стали активно ехать люди. И правильно, что выбирают этот город, потому что город хороший. Потому что город хороший. Этот город мне понравился, Белореченск. Друзья, мы приехали. Это называется оптоклуб «Ряды». Находится он при выезде из Санкт-Петербурга на Мурманское шоссе. Сегодня у нас ветерок, пасмурно. Напротив нас находится Мека. Здесь вот такие работы мы можем увидеть.
постмодерн, современное искусство. Посмотрите, какие интересные штуки. Все из тележек. Велосипеды, карты банковские, даже поддоны есть, колеса. В общем, довольно оригинально. Машина вон даже стиральная. Ну ладно, друзья, идем в магазин. Оптоклуб Ряды. Цены здесь очень дешевые. В общем, сейчас сами все увидите. Ну и корзины. Ну и корзины здесь тоже, конечно, огромные. Сонь, я не знаю, везешь ты такую корзину? Нет, такая нам не подойдет. Нам нужна вот та. Мы любим закупать продукты на неделю, чтобы не ходить каждый день сумками. Привез на неделю. И очень удобно. А вот, собственно говоря, и сам магазин. Он огромный. Конца и края нет. Банки продают. Стиральные порошки, огромный выбор. Там посуда. Девять килограмм стирального порошка 889 рублей, а 10 килограмм Тайда 469 рублей. Купил и забыл. Салфетки по 16 рублей. Здесь всякие хозяйственные прибамбасы. Все для стирки. Кондиционеры для белья вот в таких вот тарах. Ну, есть как и большие, так и маленькие упаковки. Здесь же мы можем увидеть и мебель есть немножко, и одежда, носочки, футболки, джинсы, обувь, даже вон чемоданы. Все здесь есть. Таблетки для посудомоечных машин. 100 таблеток. 100 таблеток 1099. Они быстро кончаются. А есть еще вот такие. Большие упаковки. Так, ну что, здесь все хозяйственное. Мыло детское, 65 рублей, 4 штуки. Резина, игрушки, палочки. Такую возьмем, Сереж. Удобнее упаковка. Пойдемте, здесь уже нам ничего не надо. Вот туалетная бумага Зева двухслойная, 12 рулонов, 169 рублей. Нормально для 12 рулонов. Игрушки. Памперсы, детское питание, водичка детская. Здесь, кстати, очень хороший выбор специй. Сереж, давай муки возьмем. Ага. Так, мука. Кому интересно, 2 килограмма 49 рублей. Так, сахар 38. Специи большой выбор.
перец, горошек в таких банках по 450 грамм. Но есть и в маленьких по 139. Кумин. Корица в палочках. Профи Айдиго. Такая корица, какая она ароматная. Большая упаковка. Базилик сушеный. Я, кстати, им часто пользуюсь. Но сейчас во временную квартиру брать пока не буду. Кукурма, кориандр. Большая банка, 48 рублей. Прованские травы. Приправа для курицы. Приправка для рыбки. Не хочу сейчас ничего закупать, потому что временная квартира. Вот это интересная вещь. Сок сицилийских лимонов. Пол-литра 149 рублей. Очень полезная вещь в хозяйстве. Ой, бальзамический уксус. Вот это я возьму, я без этого жить не могу. Я очень люблю уксус. Добавляю его во много блюд. Неси, Сонь, Сережа, в телегу. Кокосовая стружка полкило, 224 рубля. Так, ну ладно, пойдемте дальше. Начинается сезон заготовок. Вот у нас 5 килограмм песка сахарного стоит 193 рубля. А у вас? Вот обратите внимание, фунчоза сколько здесь? Полкило, 79 рублей. Огромная пачка фунчозы. Я часто ее готовлю, люблю, как-нибудь приготовлю и покажу вам рецепт, сниму. Вермишели, макаронов, огромный выбор. Ну, вот эти, вот такие макароны, вермишель. Только пачка огромная, тяжелая, 900 грамм, 65 рублей. Я люблю иногда с сыром их на завтрак. А еще вот такие интересные, крупнейшие, их можно начинить фаршем. Что вот эти? Эти не надо, Соня. Неси, Сереженьки. Так, большой выбор макаронов, каких только нет. С этой стороны всякие бигланчи, мы это не едим. Вот такие макаронные изделия спираль, 5 килограмм, 299. Мы макароны едим крайне редко, не увлекаемся. Поэтому лишь изредка. А вот это просто бомба, бомбическая вещь. Я попробовала. Вот этот кисель очищающий. Взяла. Есть у меня проблемы с пищеварением и с лишним весом. Поэтому такая баночка у меня дома есть. И я пью утром натощак стакан и вечером. Друзья, реально есть не хочется. Реально хорошо себя чувствуешь. Вот он, кисель. 319 рублей. Попробуйте. Думаю, вам понравится. Так, ну здесь пошли макароны. Хотела вам показать очень интересную вещицу. А вещица это вот такая. Суп с морским гребешком и суп с креветками. Пробовали оба, с креветками понравился больше. Вот так он выглядит. Он очень вкусненький супчик. Вот такой пакетик на одну порцию. 5 пакетиков стоит 218 рублей. Когда некогда, прибежал, быстренько сделал такой супчик. С креветками, с водорослями. В общем, это тот супчик, какие продаются в японских ресторанах и японских кафешках. Он легкий и очень вкусный. Нам понравился. Ну, тут дальше бульоны куриные и все прочее. Дальше. Дальше греча у нас тут. 3 килограмма. 3 килограмма стоит 125 рублей. И также рис для плова. Я его брала, мне понравился этот рис. 3 килограмма 225 баком. Огромный выбор круп, конечно, здесь. А возьму я им такую пачку геркулеса.
Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. На 120 рублей целая упаковка Геркулеса. Для собак, я думаю, то, что надо. И вот еще что хотела показать. Интересная вещь. Видела только здесь. Хлопья гречневые с баклажаном и паприкой. Это как гарнир. Быстро готовится. И довольно необычный, интересный вкус. 400 грамм, 76 рублей. Так. Ну что, крупы мы купили. Там еще большой выбор всяких круп, каш. Пойдем дальше, Сонечка. Сладости. Зефирчик такой 115 рублей стоит. Но мы сладким не увлекаемся. Стремимся к здоровому образу жизни. Но раз в неделю можно себе позволить. Нет, Соня. Конфеты сегодня выбирает мама. Ну, в общем, конца и края нет. Такая приятная вещь. 55 рублей. Это большое ведро. А есть маленькое за 24? Соня, нет, нет. Конфетки. Конфетки. Нам надо выбрать какие-то конфетки. Вот, допустим, чупа-чупсы здесь продаются. Конечно, это мои любимые. Всякая карамель, мамба такими упаковками. Меллер. Пачки жевательных резинок. Так, ну какие же конфеты нам выбрать? Сейчас, Соня, я выберу что-нибудь хорошее. Я вообще вот эти люблю, Соня. Ну их слишком много. Я тоже люблю. Любишь? Давай купим, бери. Также есть и Мерси. Большая коробка 400 грамм, 541 рубль. Линд, очень хороший мой любимый шоколад. 299. 389 такие коробочки. Вот эти мои любимые, помню, папа подарил. Это все вкусненькие конфетки. Цены довольно недорогие. Дешевле, чем в других местах. Это точно. Так, ладно, друзья, пойдемте дальше. Чокопая 95 рублей, большая коробка 350 грамм. Нет, нет. И тут различный шоколад. Вот этот линд, кстати, 149 рублей стоит. А вот этот шоколад Линд, большая плитка, 300 грамм, здесь стоит 399, а в аэропорту 780. Ну, в общем, шоколад, конца и края нету этого шоколада. Этому шоколаду. Идем дальше. Здесь у нас отдел хлебобулочных изделий. Мы хоть булку не едим с хлебом? Но вот по этому хлебу я очень скучала, живя в Белореченске. Мне очень не хватало, живя в Краснодарском крае, нашего вкусного, любимого столового хлеба. Что брать хлеб, не брать, не знаю. Двинский я тоже люблю. Вот это самый вкусный. А Сережа у нас взял интересный хлеб? Нет, не взял. Я посадила, и вот яички у меня чёрные. Но мы возьмем хлеб полезный, бездрожжевой.
Фазер. 54 рубля. Давай возьмем, Сонюшка. Нет. Сонюшка какая вредная. Ты мне хоть помоги, если не хочешь. Нет. Ты будешь это есть? Да. Он не свежий. Пусть это такой. Пошли. А здесь пошли всякие пирожные, печенья. Пирожные, печенья. Булочки. Багеты французские. Это все сладости к чаю. Мясной отдел начинается. Здесь продолжаются сладости еще очень долго. Сейчас пробегусь по мясным изделиям. Фарш из курицы 239 рублей охлажденный, свиной 289, домашний 299, говяжий 379. Фарш я здесь уже покупала, котлеты делала. Хороший фарш. Так, язык 679, печень свиная 139 рублей килограмм. Пошло дальше. Грудинка говяжья бескостная 559. А полуфабрикаты, котлетное мясо 319. Говядина. Голяшка, шея охлажденная говяжья 399. Лопатка 429. Тазобедренная часть 459. Так, ну тут мы пропустим. И пошла свининка. Рагу 219. Ребрышки тоже 219. Брали хорошие ребрышки. И корейка на кости. Крупная 269. Карбонатик 279. Окорок 249. Лопатка. А шея у нас здесь по 369 рублей. Вот такие цены на мясо. Вырезка свиная 319 рублей. Куски крупные. А тут пошла индеечка. И пошла рыбка. И пошла рыбка, лосось, форель охлажденная. Толстолобик у нас по 159. Вот такие тут заморозки, огромные холодильники, очень большой выбор. В общем-то, мы уже все купили, мясное и рыбу. И ищем какую-нибудь дешевую заморозку, мясную для собак. Креветка килограмм 879, довольно крупная. А это 899 с хвостом. Вот эти вот прямо крупные. 759, эти не очищенные. Креветка Аргентина, неразделанная в панцире. Огромная, прямо с мою ладонь, 669 рублей за килограмм. 579 тоже крупные креветки. Рыбные палочки, рыба-заморозка. В общем-то, друзья, выбор огромный, конца и края рыбе нет. Собакам пока ничего не нашли. Сейчас идем. Большой отдел фруктов и овощей снимать не буду, потому что здесь очень холодно. Арбузы, дыни и все прочее. Идем дальше. Белые грибы. Дорогие, я так соскучилась по грибам, обязательно в этом году похожу за грибами и наберу много-много, грибов. Каперсы консервированные, а с той стороны идут компоты, помидорки. Боже мой, сколько же я консервации оставила в Белореченске. Вот хочу вам показать, 3-литровая банка ассорти помидоров с огурчиками стоит 161 рубль. И стоит ли убиваться?
Зеленые томатики я тоже люблю. Зеленые 159. Красные томаты, 3-литровая банка, 155. Я просто обожаю маринованные помидоры. И также по этой же цене вот такие красивейшие оранжевые томатики. Нет, оранжевые по 164. Томаты в собственном соку, 3-литровая банка, 179 рублей. Ну и стоит ли убиваться, выращивать, обрабатывать? Купил и поехал дальше. Вот и все мои выводы после моих хлопот с огородом и со всем прочим. Огурчики трешка, 155 рублей. Ну ладно, друзья, идем дальше. Вот морозные ряды. Не могу вам не показать их, поскольку здесь видела кое-что интересненькое. Здесь очень большой выбор различных фруктов и овощей. И очень хорошие цены. Допустим, брюссельская капуста за килограмм 139 рублей. Даже есть замороженный ревень. Зеленый горошек 2 килограмма 229 рублей. Также есть перец сладкий свежемороженый. Кукуруза 2 килограмма 229 рублей. Артишоки, спаржа, черная смородина, различные ягоды, компотные смеси. Ежевика за килограмм 119. Причем хорошего качества ягоды несли. Вишня 131 рубль килограмм. Облепиха 199 килограмм. Прекрасно делать всякие напитки. Но я возьму кое-что другое. 269. В жару лучше всякого мороженого для нас замороженный манго. Мы уже покупали. Замороженный манго мы уже покупали. Я просто его обожаю. Это на жару вместо мороженого. Также малина килограмм 199. Ну, вот, такие, вот такой вот. А бургеры замороженные у вас продаются? А у нас продаются такие бургеры по 99. Роллы с курицей и грибами. Паста карбонара. А супы в пакетах у вас продаются замороженные? Гороховый суп килограмм замороженный. 159 рублей. Есть харчо по 159 рублей. Солянка и борщ. Но это для ленивых. Мы такое не едим. Дальше пошел отдел мороженого. И пошел. Это все дальше идет мороженое, мороженое, мороженое. Молочные ряды. Осталось купить кефир, молоко и чай. Корзинка наша оказалась совсем полной. Ну, хоть и много продуктов, кажется, но это на троих взрослых, на ребенка, на двух собак и кошку. И это продукты на неделю. Не пойду в молочные ряды. Большой там выбор. Уже устали. Я хочу молочко. Вот столько у нас стоит молочко. Обычное, бескаревское. Я его люблю, такое молочко. И самое удивительное, что мои дети пьют только такое молоко. И ни из-под какой коровы они не пьют категорически. Отдел чаев. Огромный отдел чаев, конца и края нет. Большой отдел кофе. Кофе нам не надо, кофе у нас есть. Здесь всякие тапочки, спортивные, домашние. Кстати, вот этот сок яблочный прямого отжима 94 рубля. Я его брала, прям натуральный сок. Мне очень понравился. Взять тебе свою бутылочку? Давай. Ну, бери. Может, вот не, этот неплохой, а вот этот хороший. Один, одну возьми. Давай я принесу.
Здесь всякий ширпотреб. Здесь спиртное, пиво, вина и так далее. Постельное белье и много-много еще всего. Так, друзья, наша продуктовая корзина заполнена. Возвращаемся домой, идем на кассу. Посмотрим, на какую сумму мы купили. Все-таки взял кто-то колбасу. Какая интересная штука. Велогибрид. Электрический велосипед. И для и сиденья для ребенка. Очень интересная вещь. Надо подумать. Меня уже зовут. Ну что, друзья, чек наш вышел на 8000 с копейками. Ну, я считаю, что для семьи 4 человек и животных это вполне нормально. То есть получается, на продукты мы тратим 35 тысяч в месяц. Ну, иногда еще бегаем, покупаем что-нибудь вкусненькое. На этом, друзья, я прощаюсь с вами. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всего хорошего, до скорых встреч!